Стремительным этот старт не назовешь. Участники ползут кто как может и куда хочет. Не каждому есть дело до финиша. А вот родители всячески стараются привлечь внимание своего малыша и довести его до конца дорожки. Лучше всего это получилось у многодетной семьи Вачес. Их самая младшая дочка Мишель быстрее всех пересекла финишную черту. Нам некогда готовиться. У нас многодетная семья, нам некогда. Они сами ползают, сами лазят. Так что никакой подготовки. Ее братья и сестры манят больше, чем игрушки даже. А вот в этом забеге родители изощрились и взяли с собой из дома пульт от телевизора. Судя по всему, это любимая игрушка, вышедшая на старт малышки. Этот способ оказался малоэффективен. Семья пришла последней. 9-месячная Лина и вовсе начала кататься по всей дорожке. Зрителям и другим участникам бабай-кросса пришлось больше 5 минут ждать, пока это маленькое чудо, не без помощи мамы, конечно, закончит свой забег. Дома за этой мадемуазель не угонишься, то есть она как бы как ракета из комнаты в комнату. Поймать ее практически, это миссия невыполнима. Вот, дома мы тренировались, вот, пробовали разные способы. То есть выстраивали дома, выстраивали дома импровизированную полосу, пробовали ее привлекать на разные предметы, то есть чтобы она ползла. Вот дома, кстати, все было идеально, мы даже время засекали, то есть дома, в принципе, она самый такой лучший результат был у нас 25 секунд, то есть она как бы проползала. Всего забеги проводились в двух номинациях: ползунки и бегунки. Более старшие дети до 2 лет те же дистанции преодолевали быстрее. В самом первом старте полуторалетний Сулейман, как опытный спортсмен, не оставил шансов оппонентам. Он, собственно, и занял общее первое место. Он у нас, в принципе, пешком не ходит, постоянно бегает. Гиперактивный он у нас. Вот из-за этого. Можно сказать, вообще, пешком мы не ходим. Атмосфера счастья. Столько детей, столько мам. Всего в забегах приняло участие 30 малышей, хотя заявок, по словам организаторов, было больше. Вот сейчас думаем о расширении, уже каждый квартал проводить вот такие мероприятия. Разрабатывается тоже еще одна программа у нас «Где логика?». И вот именно воскресный день, выходной день, чтобы семьи вместе собирались, здесь общались, познакомились, что-то полезное для себя взяли, да, хорошие эмоции. Мы организовываем вот данное мероприятие. Бабай-кросс – это семейный фестиваль, проводится 2-й год подряд. В этом году в фойе Дома народного творчества были организованы еще и ярмарки, мастер-классы, а также работали аниматоры.